Привет, друзья. Многие там просили, чтобы мы приемы все собрали отдельно, поставили, и мы это сделали с Наташей. Она сейчас 90 приемов собрала и в плейлист поставила. Новый прием по методу ключ. И там 90 этих видео. Еще она поставит туда, да? Да, плейлист называется «Новые приемы метода ключ». И я еще буду туда добавлять различные видео. Ну и потом, когда будут появляться новые приемы, уже... Но прежде чем она уедет, потому что она через неделю уезжает. Вот она должна успеть все это сделать. Но уже сегодня мы поставим то, что мы уже сделали, 90 приемов. Да, и мы дадим ссылку на них, на видео. Когда видео закончится, вы увидите эту ссылку, она выскочит так на экране. Да, но самое главное, что я Наташу спрашиваю, ты будешь там у себя в городке, в знаменитом Белоруссии, а мы сможем провести вебинар? Она говорит, конечно, как всегда, мы сможем по интернету. Видите, как здорово. Итак, но не забывайте, что это приемы. А принцип-то главный – индивидуальный подбор путем перебора. И еще не забывайте, что зависит от дозы применения. В зависимости, сколько минут или секунд вы применяете тот или иной подбираемый для себя прием, зависит его результат действия. Есть приемы для разгрузки, есть приемы для мобилизации, для раскрепощения. А сам процесс подбора путем перебора развивает креативную работу мозга, и все другие вопросы вы решаете проще, быстрее, эффективнее. До связи, друзья. Смотрите. Да, и ссылка будет закреплена еще и у нас в контактах, на всякий случай. Да, очень хорошо. Правда? Школа расширяется. Поэтому это еще раз факт того, что вместе мы все сила. До связи.